В Люберцах сдана в эксплуатацию новая лингвистическая школа. Первые ученики сядут за парты уже 1 сентября. Глава округа Владимир Ужицкий приехал на объект и проверил качество работ. Открытие школы на Сиреневом бульваре ждут без преувеличения все жители ЖК «Люберецкий». Учебное заведение станет крупнейшим в округе, полностью решит проблемы второй смены в соседней 11-й и разгрузит 24-ю и 25-ю школы. Также появятся новые места для жителей микрорайона. Здание рассчитано на 1500 учащихся. Удачная планировка. Два спортивных зала, два будет зала хореографических. Ну, я думаю, что такая шикарная столовая, вместительная на 720 человек, актовый зал 650 человек. То есть хорошая, добротная школа. Я думаю, что дети будут получать удовольствие от того, что и школа рядом. И думаю, что самое главное еще после вот стен, которые достаточно неплохо построены, это коллектив педагогический. Уже есть договоренности о сотрудничестве с колледжем МИДа, таможенной академией и Московским государственным областным университетом. Учащиеся лингвистической школы будут изучать английский, французский, испанский и немецкий. Дополнительно можно выбрать китайский или японский языки. На сегодняшний момент педагогический состав сформирован на 90%. Это и молодые педагоги, это педагоги из Москвы, и есть те преподаватели, которые уже имеют большой педагогический стаж. Новая школа примет учащихся уже 1 сентября. Также в этом году планируется сдача школ в Зенино и Томилино и пристройки к зданию школы в Марусино. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.